Всем привет! Ну что, время пришло пробовать наши моченые яблоки. Она так немножечко запотела, потому что принесла с балкона, а там у нас сегодня морозненько. Вот будем сегодня пробовать. Верну на место крышечку. Так, вот так вот красивенько, да, в кадре будет смотреться. Я уже достала, собственно говоря, яблоки. Одно такое немножко потемневшее, а другое такое прям... И вот которое... Давайте пробовать. Это были яблоки с калиной. С калиной и медом, по-моему. Боже, ну пахнут настоящими мочеными яблоками. Вот такой запах, запах моченых яблок. Так, пробуем. Давайте руками, да? Класс. То, что я хотела получить, я получила. Ура! Ура! Женщина научилась мочить яблоки. Класс. Прям вот. Но они еще такие тверденькие. Мне кажется, все-таки хотя, может быть, это от сорта зависит. Косточки есть не будем. Прям такая свежесть. Вторую половинку тоже доедаем. А к чему подают моченые яблоки, кстати? Хороший вопрос, да? Как самостоятельное блюдо? Ну, как закуска, это понятно. Чего нет-то? Боже, я 100 лет не ела моченых яблок. Потому что я не знала, где их купить. Ну, правда, мне говорили, что на рынках можно купить, но я по рынкам не хожу. В супермаркетах они мне не встречались. Давайте вот это разрежем. Почему он такой темненький? Оно испортилось? Наверное, да, слушайте. Прям горьковатая.
Не, вот это есть не буду. А вот это, наверное, оно лежало сверху. Я же потом в конце долила их все еще водичкой. Наверное, оно лежало сверху, поэтому он так вот почернело. Слушайте. Ну, мне уже нравится. Но мне кажется, что им можно еще полежать. Потому что они еще такие тверденькие. Все-таки мне кажется, что моченые яблоки, они... Их уже нет, их уже можно есть. Как закуска, так вообще пойдет как бомба. Ну вот, мне кажется, что все-таки моченые яблоки, они немножко мягче должны быть. Поэтому, наверное, я бы их еще подержала. Интересно, а калину едят моченую или это уже как декор выбрасывается? Не, слушайте, мне нравится. Так красивенько прям. Да? Еще что ли яблочко съесть? Моченое. Прям бодрит, бодрит, веселит, я вам скажу. Давайте еще одно. Или нет? Или оставим, пусть домачиваются. Ладно, пусть домачиваются. Наверное, все-таки еще, ну, дней 10, наверное, я их еще оставлю. У меня что, там еще одна банка? Там другой сорт. Кстати, наверное, надо было ту открыть, потому что ту я раньше сделала. Ну ладно, чего ж теперь. Ну, в общем, вот так вот. Эксперимент удался. Яблоки замочились. Хорошо замочились. Хорошо пошло. Так что мочите. Мочите, и будет вам счастье. Ой. Хорошо. Все. На этом со всеми прощаюсь. Эксперимент с яблоками считаю завершенным. Все, всем отличного настроения и пока-пока.